Помнишь меня? А, да. Мне нужна информация, и ты мне ее дашь. Ладно, а остынь. Живо! Что у тебя с голосом? В смысле, что у меня с голосом? Под мостом у тебя был голос девчонки. Я не девчонка, я парень. В смысле, я мужчина. Да пофиг, парень, тёлка. Я не тёлка, я мужчина. Короче, кто продает это оружие? Говори имена или пожалеешь. Ты раньше этого не делал, да? Деактивировать режим допроса. Послушай, эти парни продают безумно опасное оружие. Нельзя, чтобы оно оказалось на улице. Если одно из них разрезало лавку Далмара, знаешь, представь... Далмара? Лучшие сэндвичи в Куинс. Хот-сэндвич круче. Не, хлеба много. Я люблю хлеб. Короче, скажи, прошу. Дурацкий режим допроса. Карен, не делай так больше. Ты сказал тому парню, охота пострелять, стреляй в меня. Храбро. Мне не нужно оружие в этом районе, у меня здесь племянник. Кто эти люди? Что ты знаешь про парня с крыльями? Кроме того, что он псих в костюме демона, ничего. Я не знаю, кто он и где он. Но я знаю, где он будет. Правда? Да, я работал с одним психом, он... У них сегодня сделка. Да! Да! Эй, спасибо! Эй! Я не сказал, где. У тебя нет адреса. Да, конечно. Да, вот балда. Я... Да. Ты где? Дать тебе совет. М? Тебе стоит поработать над допросом. Не понимаю. Меня все боятся. Паром на Стейтен Айленд в 11. О, уже скоро. Эй, она растворится через 2 часа. Нет. Убери ее. Ты это заслужил. У меня мороженое растает. Ты это заслужил. Пока, мистер преступник. Блеск. Ладно, Карен. Активируй разведывательный режим. Легко. Он на носу. Главная палуба. Ненавижу его. Это тот парень с моста. А кто второй? Держи меня в курсе. В базе данных о нем никаких записей. Входящий звонок от Мэй Паркер. Перевести его на головной дисплей. Сейчас я не могу говорить. Я ей перезвоню. Паучок, последи за ним. В этот раз никто не должен уйти. Что за чувак слева? МакГарган. Длинный список преступлений, включая убийство. Активировать мгновенное убийство. Карен, нет. Никогда не включай мгновенное убийство, ясно? Белый пикап. Паучок, найди на пароме белый пикап. Идеально. И оружие, и покупатели, и продавцы в одном месте. Звонок от Тони Старка. Нет!